Вітаю всіх! Ви дивитеся новини Лайв. І щопонеділка з нами на зв'язку відомий лікар Євген Комаровський. Будемо відповідати на актуальні питання. Сьогодні поговоримо про підготовку до опалювального сезону, про донорську кров, яка така дуже потрібна нашим захисникам. А також відповімо на питання, які ви ставили в коментарях. Добрий день, пане Євген. Здравствуйте, Антоніна. Здравствуйте всіх, хто нас слухає. Слава Україні! Працюємо! Героям слава! Всі знають прислів'я «Готуй сани влітку», і я слідкую за вашими соцмережами. Ще до того, як почали казати про важкий опалювальний сезон, ви почали записувати відео і казати людям, як підготуватися, там від одягу до повітря і так далі. Давайте нагадаємо, бо люди зараз якраз кинулися, да? Одна справа – готуватись до того, що не буде світла, інша справа – як на це все, на тяжку зиму може реагувати наш організм, яка підготовка має бути. Ну, прежде всего, я хотел бы вас всех призвать вот реально не нагнетать. Потому что реально человеческий организм не настолько несчастный. Более того, никто же не говорит о том, что мы будем ночевать на улице в окопах при отрицательной температуре. Ну, нашим ребятам на передовой будет тяжело, вне всякого сомнения. Но мы же сейчас обсуждаем тему не как военным, да, там обогреть свой блиндаж. Да? Мы говорим о том, как обывателю, как женщине с детьми, как пожилым людям пройти через эту зиму. И понятно, что с условием, с учетом сложностей с электрикой, с отоплением, с тем, что могут быть перебои, и с газом, и с чем угодно, вряд ли в наших квартирах будет плюс 25. Но я всех хочу заверить, что если в квартирах будет выше, чем плюс 10, то при наличии одежды никто не замерзнет, никто не будет несчастным. Более того, все врачи в один голос говорят, что при температуре в температурном диапазоне 14-18 сон намного более глубокий, чем при температуре 20-25. То есть я не вижу здесь никаких проблем. И я даже, по-моему, еще в мирное время, когда я говорил о том, что спать надо при температуре 16-18, так многие писали в комментариях, что это эти тепловики дали Комаровскому денег, чтобы он агитировал, что не надо сильно топить. Ребята, избыточное отопление несет в себе намного больше вреда, чем недостаточное. Поэтому главное, не нагнетайте. Раз. Второе. Оборудуйте, подумайте прежде всего о том помещении, где вы будете спать. При этом, если у вас вот есть несколько комнат, да, и вы планируете их отапливать интенсивно, то я делаю акцент на том, что топить, нагревать, надо ту комнату, где вы общаетесь, может быть, смотрите телевизор, у вас там совместный обед или что-то такое. Вот. Но спальня – это последнее место, которое надо интенсивно протапливать. В спальне акцент не на отопительные приборы, а на постель, одежду. Вот на это я обращаю, хочу ваше внимание. Это очень-очень важно. Поэтому всегда есть риск перегреть. Пожалуйста, потратьтесь на элементарный термометр. Ну, элементарный термометр реально стоит копейки, да? Потому что если там выше там 14-15 градусов, расслабьтесь. Этого достаточно. Да, подумайте уже сейчас про нормальное постельное белье, про одеяло теплое. Еще лучше, если есть такие возможности. Это спальный мешок. Причем спальные мешки по нынешним временам, поверьте мне, если у наших китайских друзей на том же Алиэкспрессе, который продолжает работать, несмотря на войну, у них там спальный мешок стоит, ну, реально не очень дорого, и он до холодов успеет даже доехать. Закажите, ребята. Нет денег на Алиэкспресс, не хотите ждать. Два любых там покрывала вместе соединить, понимаете? Ну, чтобы было, еще раз говорю, было, куда вы залазите. Когда вы находитесь в замкнутом, вот из одежды какое-то замкнутое помещение, пространство, то тепло никуда от вас не девается. Самое главное, не растерять тепло, которое организм все время вырабатывает. И, кстати, именно на этом построена такая замечательная штука, которая называется термобелье. Я обращаю внимание всех украинцев на то, что сейчас в Украине огромное количество предприятий выпускает миллионы разных вариантов термобелья. Оно есть красивое для разной температуры, для мальчиков, девочек, для любого размера живота и ног. Короче говоря, оно совсем недорогое. Если вы будете иметь пару комплектов термобелья,
Это просто замечательно. Главное, не увлекайтесь его стиркой. Лучше пусть вы чуть-чуть попахиваете, но термобелье сохранит свои свойства, потому что чем вы его интенсивнее стираете, тем больше оно превращается в обычную пижаму вместо термобелья. Вот, собственно говоря, это главный акцент вот на это. Одежда, параметры воздуха, контролируйте. И, конечно, отдельный вопрос, на который все должны себе отвечать, что вы будете делать, если вот чем вы будете обогревать помещение. Это меня волнует больше всего, конечно. Ви чим будете себе гріти? Я вам розкажу. Я, у мене електрика, ну, електричні конвектора, і є генератор, який винесен за пределы дома. Ну, собственно говоря, вот я планирую, если у меня не будет электрики, отопления, я заведу генератор. Но он будет работать, еще раз говорю, за пределами, то есть он мне не будет угрожать. Более того, поскольку как бы домик, где мы планируем ночевать, зимовать, сделан из СИП-панели, и он очень термостойкий. То есть, а если у вас не такой домик, то подумайте уже сейчас про термоизоляцию, про то, чтобы все, что можно закрыть и так далее. Ну, то есть это очень важно. Почему меня это очень сильно волнует? Потому что у огромного количества людей есть картинки про то, как волонтеры, политики, прям фотографируются рядом с буржуйками, да, про то, как дрова закупают и так далее, запасают. То есть нам люди публичные демонстрируют тренд на то, что с помощью огня в буржуйке мы будем греть помещение. Вже неможливо купити, там треба вже такі предзамовлення робити через інтернет. То есть мы делаем на это акцент. То есть люди, вы же понимаете, но я вам честно скажу, что Украина очень рыночная страна, очень. И когда у нас есть спрос на буржуйки, то сейчас все побросают, будут клепать эти буржуйки с утра до ночи. Вы же знаете нашу страну. У нас дефицит бывает максимум там месяц. Потом наделают столько, что можно буржуйками отопить пол Европы уже будет. Но вопрос в другом. То есть огромное количество людей, которые в жизни ничего не разжигали больше, чем зажигалка или спичка, начнут пользоваться печками. Понимаете, куда надо подкладывать дрова, где надо что-то понимать в том, что такое тяга, что такое вентиляция помещения. Понимаете? И меня это страшно волнует. Страшно. Причем эти люди начнут экономить дрова, то есть прикрывать тягу, чтобы оно медленнее горело. Понимаете? Они не будут проветривать это помещение. В условиях, естественно, это тема, которую я все время поднимаю. Меня ужасно волнует то, что люди не задумываются над постоянным риском отравления угарного газа. При этом, как вы говорите, на буржуйке уже очередь, а на датчике угарного газа никакой очереди нет. Они никому не нужны. То есть все такие смелые, что прямо хочется половину задушить руками, а не угарным газом. Понимаете? Потому что я считаю, например, что сейчас самое время, чтобы все телеграм-каналы в вечернее время, в самом прайме, и в телевидении, и вы, и мы показывали людям алгоритмы, что такое угарный газ. Я вас прошу, вот почему бы вашему каналу, да, нашему каналу, не взять, я разрешаю, на моем канале в Ютубе целый выпуск про угарный газ и не показать его людям, чтобы люди... Мы обовязково залишим в комментариях под этим видео. Ссылочку сделать. Я еще раз говорю, просто я помню, что когда был коронавирус, и я записывал там раз в неделю обзор по коронавирусу, да, то там, ну, половина украинских каналов ко мне обращались, брали эти видео и показывали. Просто, чтобы люди не паниковали. Просто тема угарного газа настолько безумно актуальна, что меня это волнует страшно. Более того, вот я даже недавно рассказывал, вот уже в Харькове было там пожар в доме, люди там, люди же не умеют обращаться, да, уже и сгорел дом там в Харькове, потому что, ну, печное отопление люди начали использовать, протопить решили, понимаете, и так далее. Чтобы мы не нарубили лыха сами себе. Поэтому надо с этим разбираться. Люди должны понимать, что если есть огонь, кислород, огню нужен кислород, то есть нужен свежий воздух. Если нет доступа свежего воздуха, то есть любое нарушение вентиляции, недостаток кислорода,
То есть горение в условиях недостаточного количества кислорода и вызывает образование угарного газа, который не имеет вкуса, не имеет цвета, не имеет запаха, который молча вас убивает. Понимаете? При этом способов лечения отравления угарным газом практически не существует. Или вам повезло, или вы умерли. Все. А предотвратить это, ну, зная правила использования там печек и контролировать это датчиком угарного газа, ну, датчик угарного газа стоит $15. Простейший. У меня он есть. Вот. Пожалуйста. У вас купа инвентаря минулого раза. У меня, я вообще считаю, честно вам скажу, что одна из самых главных наших проблем нашей страны, нашего характера украинского, мы не хотим заглядывать, ну, хотя бы на один шаг вперед. Профилактика – это вообще не наше. Мы будем пыты, гуляты, спиваты, пока вот ноги ходят и голосовые связки еще работают, понимаете? А нам так нельзя. Тоді, значить, порадимо людям зараз обов'язково, якщо ви вже купили собі ту буржуйку, навчитися нею користуватися, подивитися випуск про те, як не отравити себе, провітрювати повітря і так далі, і купити датчик. Придбати датчик СО. І ще раз, ребят, не перепутайте. Є датчик угарного газа. Угарного газа. Он стоїть от 500 гривень в Україні зараз. От 500 гривен. То есть, ну, есть и дороже, но, в принципе, они очень просто сделаны. Не забудьте, что, как правило, к вот такому, например, датчику, как у меня, надо еще и 3 батарейки купить. Потому что если вы вашей бабушке в деревне подарите вот этот датчик, а бабушке самой надо бы купить будет батарейки, фигушки, не будет у вашего бабушки датчика, понятно? Поэтому к датчику батарейки в него не забудьте вставить. Маємо надію підготувати. Це українці, ще в принципі час є. Друга тема, яку б хотілося дуже підняти, це донори крові. Я хотіла спершу не з точки зору війни, ми розуміємо, чому ця кров потрібна, а взагалі стосовно бази донорської крові в Україні. Тому що і до війни я бачила багато оголошень, якщо там знайомим потрібно, у нас що, немає бази крові? Її не було? Наскільки вона розвинена? Нет, Антонина, ну кровь – это же портящийся продукт. Нельзя же сдать кровь, понимаете, чтобы она там, на год лежала. Такого не бывает. Нет, есть из крови, которую вы, допустим, сдаете, да, и которая не понадобилась, у нее срок годности, допустим, ну, максимум 4 недели. Понимаете? Вот, все, потом из нее надо что-то делать уже. Потом из этой крови делают там препараты, плазму, альбумин и так далее, разные компоненты. Она не пропадает. Но именно кровь, как таковая, она имеет ограниченный срок годности. Поэтому, как правило, всегда есть определенное количество крови. Ну, на складе, как бы, да, которая... Потому что мы знаем текущие потребности. Ну, там, допустим, в мирное время мы знаем, что в среднем, вот в этом городе, да, обычно ежедневно там случается столько-то аварий, столько-то кровотечений маточных и так далее. Ну, вот в среднем нужно такое количество крови. И обычно станции переливания крови стараются с донорами работать, чтобы вот это было. Но когда случается какое-то ЧП, и массово нужна кровь большому количеству людей, естественно, обращаются к людям, потому что на складе этого нет. И это обычно так везде работает. Так, понимаете? Другой вопрос в том, что логистика может быть построена на том, когда, условно говоря, мирное время, и в городе А произошла какая-то катастрофа, и нужно много крови, то города другие быстро реагируют, идет логистика, они поставляют туда, на место, со своих запасов, да, каких-то. Но в целом, а война – это ж такое дело, когда никто не знает, куда прилетит сегодня и где понадобится кровь. Поэтому кровь нужна всегда, в огромных количествах сейчас, и много ее не будет. Поэтому сейчас, конечно же, донорство очень востребовано, и никогда не будет такое во время войны, чтобы кровь была лишней, потому что, естественно, количество людей с кровопотерями, с травмами огромное и в тылу, и на фронте. Вот такая ситуация. Ну, собственно говоря, поэтому каждый, кто готов, кто может, у кого есть опыт, кому здоров'я дозволяє, звісно, ну ми можемо, звісно. От стосовно підготовки для людей, які ніколи не здавали кров, наприклад, я і для себе, так? Я, звісно, можу погуглити, подивитися, і зі знань, яких знаю, що якщо там в мене гепатит, я не можу здавати кров. Да, да. Якщо там я нещодавно хворіла. Гепатит ВІЧ, наприклад, так. Да.
всякие там. Ну, смотрите. В сучасних умовах, якщо пов'язати з коронавірусом, на який перехворіла величезна кількість людей, чи ковід, якщо там перехворів нещодавно, можна стати донором крові? Чи можна, можна. Якщо нет острого періоду болезни, однозначно можна. Ну, то есть, в конце концов, главное, какие там основные критерии? Если вы идете сдавать кровь, во-первых, вы должны в этот день себя хорошо чувствовать. Ну, если вы больны, если у вас вчера был понос или отравление, или вы носом шмыгаете, или вы кашляете, что вы придете сдавать кровь? Вы должны быть здоровы. Это первое условие. Второе – возраст. Ну, как правило, регламентируется, что донором должно быть от 18, там крайний срок 65. Хотя в разных странах по-разному, но в целом так, 18-65. Дальше считается, есть такой диапазон 50-150, это что, угадайте? 50-150. Миллилитров? Нет, это вес в килограммах. То есть, считается, если вы весите меньше 50 или больше 150 килограмм, вам не надо, вот вы не донор, вы еще переросли или не доели свое. Собственно, опять-таки, что еще? Ну, как правило, там есть такие критерии. Там вены должны быть нормальные, чтобы у вас можно было взять это все. Ну и так далее. Дальше, что важно еще? Считается, что мужчины, ну это и есть реальная статистика, мужчины имеют в организме большие запасы железа. Ну, просто потому, что у них нет месячных, понимаете, они не теряют железо. Поэтому считается, что мужчины могут сдавать кровь чаще, чем женщины. Ну, тем не менее, считается, что, да, женщины легче переносят, потому что у них организм готов к тому, чтобы сдавать, потому что мужик, он от вида крови может ляпнуться там и упасть, а женщину, тем более нашу, не запугать сильно. Тем не менее, если сдают кровь регулярно, то считается, что мужчина может сдавать кровь в среднем там 5 раз в год и не чаще, а женщина 4 раза в год. Вот так рекомендуют. Все. Ну, в любом случае, опять-таки, если вот очень позарез надо, то интервал между сдачами крови, допустим, для мужчины, там может быть, там, ну, самый короткий 3 недели, для женщины 4 недели. Самый короткий. Но, опять-таки, есть нюансы там и так далее. Но главное, теперь главное, вот вы решили, как себя подготовить, да, вот к этому. Самое опасное – это сдавать кровь, когда у вас в организме есть любой намек на обезвоживание, на дефицит жидкости. То есть, когда вы пропотели, занимались интенсивным там, физическим трудом, пропотели, перенервничали, у вас была температура, было жарко очень, то есть в организме дефицит жидкости. Вот если пересохло во рту, например, понятно? И в любом случае, когда вы идете сдавать кровь, и даже лучше всего прямо дома хорошо попить теплого сладкого чая, сладкого компота хорошо, понятно? И прямо, если взять во многих, кстати, местах, где, ну, сдают кровь, и, кстати, это общемировая практика, прям предлагают выпить много сладкой жидкости, именно сладкой, и там пончик какой-нибудь, да. То есть тут как раз калории готовые, сладкое, вам никто не возражает, давайте на здоровье. То есть это, вот, это одно из важнейших условий. И, кстати, вот многие удивляются, почему, например, в списке противопоказаний есть не только инфекционные болезни, но и, например, такие состояния, как хронический бронхит или бронхиальная астма. То есть эти люди, у которых есть проблемы с органами дыхания, у них даже небольшая кровопотеря приводит к дыхательной недостаточности. Понятно? Поэтому им не надо. Опять-таки, как правило, следят за уровнем гемоглобина. Он должен быть не меньше там, у мужчин 130, у женщин меньше 120 грамм на литр. То есть, ну, как правило, если вы идете первый раз, то вам обязательно там на месте обследуют и так далее. И, тем не менее, я, по-моему, есть огромный материал на сайте Минздрава, по-моему, 2018 года, о правилах донорства в Украине. Короче говоря, всю информацию, в принципе, если уж вы надумали, вы можете там получить. Главное, еще раз говорю, инфекционные болезни, возраст, вес, самочувствие, уровень гемоглобина. Вот это то, на что вы должны обратить внимание. И главная причина обезвоживания в Украине – это сухой и теплый воздух. Понятно. Традиционно мы любим спать в жаре, обливаясь потом. Ви знаєте, що у нас глядачі, які постійно слідкують за нашими інтерв'ю, взагалі за вами, в них вже є мемчик, що не будь-що Комаровський радить провітрювати приміщення. Молодці, все правильно, тому що
причем вы даже не представляете, это, конечно, круто для взрослых, но для детей это вообще жизненно важно. Причем все взрослые знают, когда оно грязное, голодное, бегает с утра до ночи на свежем воздухе, оно же не болеет, понимаете? Оно болеет, когда оно любимое, сытое, с вот такими щеками, вот такой попой, и целый день сидит в смартфоне в доме и не гуляет. Вот тогда оно с болячек не вылазит. Так делайте правильные выводы. Все, что надо детям, это природная, естественная среда, двигательная активность, свежий воздух. Вот что детям надо. Но мы же с вами живем в такое время, когда... Я даже сейчас войну вычеркиваю из списка вредностей. Мы живем в такое время, когда все самое крутое в доме, а не на улице. Раньше дети, я приходил со школы, бросал портфель и бежал на улицу. Там были друзья, велосипеды, игры и все. А сейчас где все игры самые крутые? В доме, в смартфоне. И это беда. Поэтому наша задача новой Украины после победы, это главное, создание такой школы, где есть все, чтобы ребенку не хотелось смотреть в экран, понимаете? Где есть походы, где есть огород, где есть практика на свежем воздухе, где с учителем можно пойти в лес. И так, вот это, где есть спорт. Вот такая школа, где интереснее, чем в смартфоне. Вот это главная задача Украины, создать вот такую базу для детей. Тогда будет у нас будущее. Вже ми заговорили до дітей, тому перейдемо. Дуже дякую жінкам, мамам, які лишали коментарі і ставили питання щодо своїх дітей. Найперше, про грудне вигодовування. Скільки ви радите, щоб воно тривало? І наскільки шкідливо розпочинати його спочатку, якщо завершив? Бо деякі мами закінчили грудне вигодовування, але зараз через страх того, що в якихось опиняться умовах, в підвалі або кудись їхати, не зможуть повноцінно годувати дитину, повертається до грудного вигодовування знову, якщо там невеликий проміжок був. Ой, які ви складні. Ну, перше, є офіційні рекомендації мировых организаций и Всемирной организации здравоохранения и фонда ЮНИСЕФ о том, что если есть возможности и желания, обратите внимание, тут две фразы, возможность и желание, то продолжать грудное вскармливание до 2 лет и даже больше. Это, еще раз, официальная позиция. Раз. Что вы тут должны понимать? И это четко. Что есть, на чем основаны эти, например, данные? На том, что есть статистика о том, что, например, дети в тех странах, где мамы кормят грудью там, до 2 лет и старше, реже умирают, например, от кишечных инфекций. Ну, то есть, условно говоря, если мы берем какую-нибудь страну, какую-нибудь Юго-Восточную Азию, или Бангладеш, или Африку, понимаете, где дефицит продуктов, где антисанитария, и в этой ситуации мама не колотит какое-нибудь верблюжье молоко в кружке, понимаете, а дает грудь со стерильным молоком, то, естественно, количество детей выживших будет намного больше. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что официальные рекомендации ВОЗ, они обоснованы особенностями образа жизни. Да? Это важно. К Украине, как правило, это не имеет никакого отношения. Потому что у нас мама, которая не кормит ребенка грудью, она все равно дает ребенку чистое и безопасное. Это раз. Поэтому еще раз прошу, самое главное. Грудное вскармливание не должно ни для кого превращаться в обязанность или испытание. Понимаете, если мама, если ребенку хочется, если маме нравится, если все члены семьи получают от этого удовольствие, вы можете кормить сколько угодно, хоть до школы. Но когда мама не спит ночами, когда ребенок кусает грудь, когда ребенок отказывается от любой еды, вот ребенку 1,5 года, у меня таких писем 1 000 000, когда ребенку 1,5 года, а он отказывается от любой еды, кроме маминого молока, понимаете? А в мамином молоке уже нету ни железа, ни нужного количества витаминов, ничего уже в 1,5 года, оно ничего дать не может, понимаете, фактически. И у ребенка начинаются проблемы со здоровьем, но он отказывается от всего. То есть это уже проблема педагогическая, понятно? Поэтому в каждой ситуации я не вижу никаких проблем в том, что мама отказалась от кормления, а потом, боясь за то, что останется без еды, начала ребенка опять кормить. Я в этом не вижу никаких вообще проблем. Кормите на здоровье. Иметь при себе резервный вариант питания – это всегда здорово. Всегда здорово. Понимаете, в условиях дефицита бензина
Совсем не обязательно иметь в машине газовое оборудование, правда? А тут у вас, хопа, есть газовый баллон в автомобиле, вы можете и на газе, и на бензине. Есть молоко, дали молоко, нет молока, дали что-нибудь другое. То есть красота, поэтому иметь резервный вариант питания, это всегда замечательно, я только за. Главное, еще раз говорю, чтобы вы получали от этого удовольствие. Це така чудова альтернатива. І на наступне питання, можливо, знайдемо альтернативу. Питання від мами дитині рік. Зуби лізуть один за одним, але нурофен можна приймати не більше 5 днів. Чим можна це все замінити, щоб постійно давати дитину щось від болю? Ну, по-перше, нурофен можна давати намного дольше, ніж 5 днів. Це от парацетамол нельзя дольше 5 днів. Но в любом случае, когда говорят про то, что 5 дней и не больше, это значит, что в порядке самолечения нельзя больше. Просто когда ребенку от зубов настолько плохо, что он 5 дней подряд нуждается в лекарствах, то эта ситуация абсолютно нестандартная. Абсолютно. Понимаете? И в такой ситуации ребенку надо к живому врачу, чтобы он в рот заглянул. А может, у него не зубы, может, у него стоматит, может, у него реальная проблема, которую надо помочь другими более нормальными лекарствами. Это раз. Второе, есть куча способов, как облегчить прорезывание зубов. Например, так называемые прорезыватели. Ну, это такая, которой надо грызть, вот такие штуки, которые предварительно охлаждают. Холодная на десны уменьшает отек, и ребенку становится значительно легче. Опять-таки мама должна знать, например, что любое пересыхание во рту во время простого порезывания зубов резко усиливает зуд десен, например. Да? Может, ребенку жарко, может, его надо надеть на него лишнюю кофточку, но понизить температуру и напоить его хорошо, и тогда боль будет меньше. Вообще, я вам настоятельно рекомендую, если использовать нурофен, ну или ибупрофен при боли, при зубной боли, как вы считаете, то делать это максимум один раз в день, максимум на ночь. И все-таки я считаю, что если вы 5 дней уже его даете, а ребенку не легче, знаете, давайте к доктору. Прорезывание зубов никогда не делает ребенка вот по-настоящему больным. По-настоящему. Понимаете? Поэтому в такой ситуации это немножко странная вот для виртуальной диагностики ситуация. І наостанок, і в нас і останок, і початок. Минулого разу ви сказали, що було б класно говорити про підготовку до вагітності. Ми вирішили, що будемо ставити по одному, хоча б якомусь питанню, кожен наш випуск. І моє найперше питання сьогодні – наскільки важливо її саме планувати? Бо є не запланована вагітність, а є планування. Чому важливо планувати? Ну, прежде всего, я бы очень хотел, чтобы планирование... Понимаете, какая ситуация? Беременность – это же не только мама и мама, понимаете? У нас вот я... Вот вспомните Антонина. Классический расклад всяких многочисленных кино, как приходит девушка к молодому человеку и говорит: «Я беременна». А он такой: «Ой, откуда? Как? Что оно надуло? Звідкіля це взялося?» То есть такое впечатление, что он вообще понятия не имел, что от этого процесса случаются дети. То есть я бы очень хотел, чтобы дети заводились осознанно, по доброй воле и мамы, и папы. Это раз. Чтобы он хотел этого ребенка не меньше, чем вы. Чтобы он говорил: «Давай уже, давай». И когда вы планируете ребенка, то вы создаете и для всей семьи условия, при которых и вам будет комфортно, и ребенку. Дело в том, что семья, а это печальная статистика, что 50% семей не выдерживают испытания первым годом жизни ребенка. Вдумайтесь, 50%. Да, они, может быть, не все разводятся, но любовь погибает с вероятностью 50%. Любовь, вы перестаете хотеть друг друга, вы начинаете спать в разных спальнях, вас бесит эти вопли, понимаете? Мужик приходит домой с работы, его там не выспавшаяся несчастная женщина с орущим ребенком и так далее. Вот ко всему этому надо быть готов, понимаете? Обоим. Раз. Второе. Вы должны, когда вы планируете беременность, вы готовитесь жилье,
Вы оцениваете свои материальные возможности. Можете вот вы сейчас позволить, да, себе купить то, сделать, опять-таки, ремонт-то лучше делать не когда вы беременны, правильно? Вам надо сделать детскую комнату. Может, мы ее сначала сделаем? Или будем красками и лаками дышать во время беременности? Раз. Второе, бабушек, дедушек неплохо бы подготовить к этому, чтобы они тоже знали, что пора. А то вы, может быть, живете на голове у бабушки и с дедушкой, а тут вы, бац, беременны. Так, может быть, договориться, скинуть с бабушкой. Не хотите, чтобы мы у вас на голове жили? Давайте помогите нам снять квартиру или купить, чтобы мы от вас съехали. И вообще, это одно из самых главных правил – выращивать ребенка втроем, не надеясь на помощь бабушек и дедушек. Чтобы вы рассматривали помощь бабушек и дедушек как подарок, а не как обязанность. Понятно? Ну и в конце концов, ну вот такой элементарный медицинский пример. Есть пороки развития нервной системы у ребенка. И для того, чтобы их избежать, надо принимать такой препарат, который называется фолиевая кислота. Считается, что минимум 3 месяца до планируемого зачатия и минимум 3 месяца после, уже после наступившей беременности, женщина должна принимать фолиевую кислоту в дозе там, 400 микрограмм. Это многократно увеличивает, уменьшает риск развить, там, пороков развития нервной системы у ребенка. Ну, почему не начать это до того, да? Почему не привести в порядок зубы свои, которые испортятся во время беременности с высокой степенью вероятности? Почему вообще не обследоваться, не сделать нужные прививки? Потому что выяснится, что вы от кори не привиты, что коклюш дифтерия вы забыли, когда последний раз делали. А? Сколько вопросов. Поэтому... Питань точно багато, розумію. Вот поэтому, вы, когда такие вопросы готовите, да, вы надо такой вопрос... Потому что, видите, оказывается, чтобы рассказать про планирование беременности правильное, финансовое, да, психологическое, бытовое, здоровье, да, нам с вами полчаса не хватит. Только про этот вопрос, да, видите, и вот поэтому вам надо искать такие узкие вопросы. Например, как подготовить мужика к планируемой беременности? Как сделать, чтобы он захотел? О, это чудове питання. Думаю, жінки зараз продовжать своїми питаннями все про планування вагітності. Дуже вам дякую, що зачепили ми і цю тему і відповіли на ті питання. До зустрічі. Гарного да, вам главное, дня это, тижня. На що я хотів би обратити ваше внимание, чому безумно круто піднімати теми планування беременності. Хоча планування беременності во время війни – це максимально возможне розширення горизонта планування. Когда во время войны мы с вами обсуждаем планы, как мы родим счастливого нового украинца, понятно? То это значит, что мы обязательно обов'язково переможем. Тому тримаємося та єднаємося. Обов'язково. Все буде Україна і все буде українці. Бай-бай. Дякую.